Вот так выглядел тротуар на улице Ивана Голубца еще совсем недавно. Покрытие здесь менялось более 10 лет назад и пришло в полную негодность. Сейчас здесь полным ходом идет замена тротуарной плитки. Что уже начали делать? Движение пошло. Понимаешь? Движение пошло. Все. Все уже красиво стало. Здесь отдыхающие ходили, спотыкались, носы били. Дети. Вечером я шел в магазин, вот сюда. Муж, жена и ребенок маленький идут. Ребенок упал, нос разбил. Улица Ивана Голубца – одна из основных городских магистралей. Коммунальщики уже уложили новый тротуар. 170 квадратных метров новой плитки теперь от улицы Трудящихся до Гоголя. Сейчас специалисты ремстроя приступили к работе на следующем квартале. Сейчас также продолжаем делать тротуар от Гоголя до Тургенева. Таким же объемом 170 квадратов. Работы уже начались. Ну, все будет так же, как там, красиво и аккуратно. В рамках получения главы города каждое утро первый заместитель Сергей Петров делает обход города. Проблемы, которые выявляют коллегиально, устраняют незамедлительно. Мы также заходим на эти улицы, проводим ямочный ремонт, где-то перекладку выходных пандусов на проезжую часть тротуаров. Также продолжаем ставить металлические ограждения, которые мы возле школ по поручению. Кроме этого, предприятие выполняет и будет выполнять работы. Это по замене дорожного бордюра и установке нового дорожного бордюра. Это по улице Ленина, где будет и идет расширение проезжей части. Но, пожалуй, самые масштабные работы развернутся в парке военной техники. Здесь планируется уложить порядка 400 квадратных метров плитки и сделать большую прогулочную зону. Также сейчас решается вопрос о пополнении парка новыми экспонатами. В скором времени здесь, возможно, появится сторожевой катер и вертолет. Руслан Душевский, Анапа регион.